Чебоксарах. По приглашению благотворительного фонда «Время помогать» побывала заслуженная артистка России, известная певица Зара. Помимо концерта, который прошел в ДК «Тракторостроителей», артистка встретилась с ребятами из детского реабилитационного центра. Как тебя зовут? Очень приятно, Зара. Они сейчас концерт смотрим. Встреча с Зарой Оксана Дренина начала готовиться, как только узнала, что певица приедет к ним в гости. Изучила почти весь ее репертуар. Да, «Мир вашему дому» я у нее слышала. Ну, все красивые, все песни. Понравилась, она очень красивая, популярная. Воспитанники смотрели на певицу с восхищением. Еще бы, их кумир не где-то далеко на сцене, а совсем рядом. С ней можно поговорить. Зара нашла слова поддержки для каждого. Больше всего певица оценила возможности студии социально-бытовой адаптации. Здесь осваивают навыки стирки, приготовления пищи, глажения. Я была очень рада побывать сегодня в этом реабилитационном центре. Я могу сказать, что таких центров очень мало даже в столице, в Санкт-Петербурге, откуда я родом. Приятно было познакомиться и с детьми, и с родителями. Вы знаете, вот правду говорят, что это дети не с ограниченными возможностями, а с безграничным талантом. Многие из них сегодня мне это продемонстрировали. 15 мая благотворительному фонду «Время помогать» исполнилось 2 года. За это время при его поддержке в разных регионах страны состоялось более 100 встреч, концертов. И друзей созову на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле да и вечно живу? Мы сегодня наглядно с вами убедились, как это происходит. Мы видели лица детей. Мы совершенно четко понимаем, для чего это делается, те участники, которые сегодня здесь находились. И будем и дальше продолжать вот такое вот душеполезное, готовить такие программы душеполезные, которые помогают реабилитировать детей, и не только детей, и взрослых, вот таким вот творчеством полезным. Очень важное мероприятие, очень важный проект, когда знаменитости, звезды занимаются благотворительностью, вкладывают свою душу, сердце, тепло для того, чтобы помочь детям, нашим особенным детям. Очень значимо для детей, которые нуждаются в особенном внимании. И считаю, что это позволит хоть немножко добавить им радости в жизни. Свою концертную программу Зара назвала «Душа», и это весьма символично. Милосердием занимаются люди с открытым сердцем и чистыми помыслами. Певица исполнила романсы, народные песни и эстрадные хиты. Зрители были в восторге от выступления. Алексеева, Павел Редков, «Республика».